что Рязанов меня тогда пригласил на юбилейный кинопанорамы, и, в общем, кончилось письмами. Ну, ему этого мало показалось. Значит, в декабре будет в концертном зале России у Рязанова творческий вечер, он меня опять туда пригласил, так что я жду писем. Но специально для этой, значит, для этого вечера я приготовил такое звуковое письмо, адресованное Эльдару Александровичу Рязанову. Дорогой товарищ Рязанов, просим вас целиком опубликовать в вашей кинопанораме наше криворожское письмо от кинолюбителей, в клубе которого мы состоим. Наш киноклуб хорошо известен не только в Кривом Рогу, но и за рубежом, на Полтавщине. Вот уже 10 лет мы смотрим лучшие ленты отечественного и зарубежного кинематографа, обогащая свой внутренний мир до неузнаваемости. Заставил нас взяться за перо фильм известного итальянского режиссера Джурилли «Сумерки», про который вы говорили в своей кинопанораме когда-то, и который недавно вышел на экраны нашего города. Ну и еще спасибо Криворожскому кинопрокату, который бережет нашего зрителя. И вместо 3 часов, как на фестивале в Сан-Себастьяне, и вместо 2 часов, как на кинофестивале в Ташкенте, у нас в Кривом Рогу фильм шел 1 час с небольшим. Что тоже много. Учитывая, как мы экономим каждую минуту. И несмотря на то, что мы прокручивали пленку этого фильма в обоих направлениях, меняли напряжение в сети, мы все равно не поняли, за что этой, как писали критики порнографии, присудили 2 «Оскара». Мы бы за это одного нашего Григория не отдали. Хотелось бы задать режиссеру Джурилли ряд вопросов, которые поставят его в тупик. В одной из кинопанорам вы сказали, что на кинофестивале в Сан-Себастьяне главный приз за самое женское исполнение роли был вручен актрисе Монике Витти за роль дочери в фильме «Сумерки». Так вот, никакой дочери. В исполнении никакой Моники Витти в квартире нет. А приз ей, выходит, все равно вручили. Неужели там за деньги все можно купить? Причем начинается картина вполне нормально. Семья из провинции переезжает в большой город. Мать, отец, 2 сыновей. Правда, один из них как-то сказал: сестренка попала в беду. Может, он имел в виду Монику Витти? Она попала в беду, но беда не попала в картину. И таких загадок хватает на весь фильм. Но окончательно мы надорвались на том месте, где секретарша Джулия входит в кабинет директора банка Виторио. Он закрывает дверь на ключ, наливает 2 бокала вина, снимает пиджак, секретарша улыбается и при этом говорит голосом Мордюковой: вы еще раз хотите проверить смету? Далее мы видим, как Джулия кормит грудью ребенка. Во-первых, кормить ребенка на экране грудью, пускай даже со спины. Во-вторых, все знают, что от бокала вина дети не рождаются. Иначе у нас было бы полно народу. Может быть, Джулия кормит чужого ребенка? Допустим, ее попросили его подержать, а он проголодался. Тогда откуда у ней грудное молоко? Или она кормит своего ребенка, но поскольку мы видим только со спины,
может, она его кормит не своей грудью, мало ли еще кто там был. А если это и ее грудь, и ее ребенок, то почему в следующем кадре она гладит по голове рыжего парня и говорит «сынок»? А мы видим, что сынку уже лет 20. Или сынок — это кличка. И он был из той банды, которая пару раз мелькала на экране. В общем, мы этот фильм поняли так. Кто-то из банды убил Монику Вити еще до начала фильма. За то, что она отказалась родить ребенка, с помощью которого бандиты хотели ограбить банк, пока директор банка Виторио кормил грудью свою секретаршу. Теперь получилось логично, хотя, конечно, идиотизм. И это закономерно, потому что картина еще раз продемонстрировала преимущество нашего кино. Пусть не всегда интересно, зато любому дураку ясно. И если у режиссера Джурили появится желание посетить Кривой Рог и наш киноклуб, то мы с удовольствием поспорим до хрипоты, а можем и до драки, что, безусловно, укрепит дружеские отношения между Италией и Кривым Рогом.